a season of restoration. Псалом 117, 17 стих. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». 21 год будет годом божественного восстановления. Можете сказать «Аминь»? Не знаю, с чем вы сталкиваетесь, через что проходите, но это будет лучший год вашей жизни. Бог обратит во благо то, что было задумано во зло. Плохое станет хорошим. Закрытые двери откроются, мертвое оживет, бесплодное принесет плод. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса Христа. Вы же живые люди. Люди, а не картинки. 113-й псалом, 25-й стих. «Ты не позволишь им убить меня, но я буду жить, чтобы рассказывать миру, что Господь сделал для меня». Аллилуйя! Бог сделает нечто великое в вашей жизни в этом году. Неважно, как начался этот год, вопрос в том, как он продолжится, церковь будет местом славы во имя Иисуса Христа. Вас ждут хорошие вещи. Тот факт, что вы живы и слушаете сейчас мой голос, означает, что Божья цель для вашей жизни еще не выполнена. То есть у вас еще много дел. Это означает, у вас есть будущее и надежда. Бог сказал Иеремии, «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас», — говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Кто-то может сказать на это «Аминь», а кто-то и нет. Это означает, что в нашей костях еще осталась песня хвалы. Давайте изменим атмосферу в этом месте. Поднимитесь на ноги и воскликните «Аминь». Воздайте Богу громкую хвалу. Аллилуйя. Я хочу поднять сегодня кого-то из могилы. Я готов воскресить кого-то своей проповеди. Хочу вывести вас из раскаленной печи во имя Иисуса. Не знаю, с чем вы сталкиваетесь, но я знаю, что вы сильнее своих проблем. Вы устойчивее, чем ваши сражения. Великий Бог живет внутри вас. Если ваше сердце бьется в груди, значит, вы еще можете принимать решения. Если вы можете думать, значит, вы можете выбирать во имя Иисуса. Мы встречались с президентом. Он сказал, что COVID может пробыть с нами еще 2 года. Это не имеет значения во имя Иисуса. Мы выполним нашу цель. Мы научимся жить с COVID-ом, без COVID-а. Он не украдет у нас будущее и судьбу во Христе. Аминь. Возможно, вы проходите через серьезную бурю, но я хочу сказать вам, что вы сильнее бури. Первое послание Иоанна 4:4. «Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Мы не позволим этому ковиду определять наше будущее. Бог уже определил наше будущее». Итак, 1 Иоанна. 5 глава, 4 стих говорит, что «всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Если вы рождены от Бога, скажите «Я победитель». Поднимите руки и скажите «Я побеждаю». Мы немного потеряли форму, но скоро мы вернемся к тому, чтобы прославлять, бороться и сражаться во имя Иисуса. Да? Очень хорошая музыка. Возможно, вас сбили с ног, но не выбили из игры. Победу можно получить, поднявшись еще раз. Важно не падение, а то, как вы поднимаетесь снова. Я поднимусь еще раз. Я еще раз столкнусь с дьяволом, с великаном, потому что моя победа гарантирована. Она была гарантирована Христом еще 2000 лет тому назад. И притчи говорят нам, ибо 7 раз упадет праведник и встанет. Это 24 глава. Скажите, я встану. Если Иисус поднялся из гроба, то вы можете подняться из любой проблемы, любой ситуации. Вы можете преодолеть любые трудности, любую бурю. Бог сильнее любой ситуации. Бог больше и сильнее во имя Иисуса. Итак, победа гарантирована. Вам лишь нужно подняться. Вам нужно прийти, одеться и стоять. Даже если вам не хочется бежать, вы должны идти. Идите.
Если идти не можете, ползите. Если не можете ползти, делайте ну хоть что-то, главное, не сдавайтесь. Даже улитка добралась до ковчега благодаря своей настойчивости. Продолжайте двигаться вперед, продолжайте двигаться вперед. Поднимайтесь на ноги во имя Иисуса. Вы сильнее, чем ваш противник. Великий Бог живет внутри вас. Продолжайте двигаться вперед во имя Иисуса. Возможно, вы потеряли свой бизнес. Вы можете восстановить его, потому что это год божественного восстановления. Неважно, что говорят пророки погибели, это будет год во славу Божию. Возможно, вы не знаете, что делать, но Бог знает. Возможно, вы не знаете, что будет в будущем, но Он держит все в своих руках во имя Иисуса. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 8 и 9 стихи, в переводе «Страсть». «Мы были окружены, измучены проблемами, но не деморализованы». Иногда мы не знаем, что нам делать, но сдаваться — это не вариант. Нас преследуют, но Бог не покинул нас, и это все, что нам нужно. Потому что Бог говорит, если я за вас, то кто может быть против? Даже из одного верующего Бог может сделать большинство. Когда вы приходите на поле боя, Бог приходит вместе с вами. И Голиаф падет во имя Иисуса. Аллилуйя! Нас преследуют, но Бог не покинул нас. Мы сбиты с ног, но не выбиты из игры. Вам может казаться, что вы уже выбиты из игры, но это не так. Мы все еще здесь. А если вас все же выбили, то мы вас оживим. Мы дадим вам что-нибудь понюхать. Может, вы как боксер сидите в своем углу, но приходит ваш тренер, дает вам что-то понюхать, и вы вдруг приходите в себя. Не помню, как это называется, но я дам вам понюхать слово. Я приведу вас в чувство во имя Иисуса. Мне от этого мира, хотя и живем в этом мире, мы не будем побеждены тем, что есть в этом мире. Мы выше этого. Мы голова, а не хвост. Мы наверху, а не внизу. Бог пообещал нам, что мы будем наверху в любых условиях во имя Иисуса. Хотя бы в воскресенье. Я попытаюсь вас зажечь. Многие из вас приклеены к телевизору. Вам нужно избавиться от этого мусора. Несмотря на COVID, мы не должны отчаиваться. Мы должны строить успешный бизнес, успешную жизнь, успешную церковь. Так должно быть посреди любой пандемии. И не нужно бежать и прятаться, как какие-то бесхребетные люди-медузы. Бог дал нам не духа страха, а силы, любви, здравого разума. Кто-то на ТБН скажет аминь, а? На это. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих, в переводе послания. «Нас окружали и избивали неприятности, но мы не деморализованы. Мы не уверены, что делать дальше, но мы знаем, что Бог знает, что делать. Он дал нам Духа Святого, который будет вести и направлять нас. Нас духовно терроризировали». Но Бог не оставил нас. Нас бросали, но мы не сломались. Скажите кто-то, но Бог... Но Бог все меняет. Неважно, что говорят люди, когда Бог приходит, все в вашей жизни начинает меняться во имя Иисуса. Когда в уравнении есть Бог, победа гарантирована через Иисуса Христа. Бог все еще у руля. А готовы ли вы принять это? Бог начал работу в вашей жизни, и Он ее закончит. И неважно, насколько плоха эта глава, она не станет определяющей главой вашей жизни. Есть еще и 8-я, 9-я главы и так далее, которые могут стать лучшими в вашей жизни. А может, сейчас
сейчас как раз ваша 13 глава, кто знает. Но это не конец книги. Если вы читали настоящую книгу, то знаете, что мы победили. Мы побеждаем кровью Агнца и словом нашего свидетельства. У нас тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых. Воскликните «Аминь» на это. Поднимитесь на ноги и прославьте Его, потому что Он достоин. Бог обращает все во благо. Бог будет даже использовать ваших врагов, чтобы благословить вас. Даже люди, которые замышляли ваше поражение, придут и преклонятся перед вами. Они скажут: «Помоги нам, помоги, пожалуйста». А откуда я это знаю? Бог так сказал. У Исаии сказано, что тот, кто презирает вас, придет и преклонится перед вами. Тот, кто был против вас, придет и будет служить вам во имя Иисуса. Если ваш взгляд будет устремлен на Иисуса, в любых условиях выбирайте жизнь. В каждом мертвом варианте можно найти жизнь и это решение. Давайте поговорим о том, чтобы выбирать жизнь перед лицом смерти во всем, в отношениях, к примеру. В бизнесе, в партнерстве, в финансах мы должны быть людьми слова. Послушайте, мы не из мира, поэтому мы должны строить свои жизни на этом, а особенно сейчас. Мы должны принять слово, поверить слову и выполнять его. Мы не можем ожидать, что переживем божественное восстановление, игнорируя принципы Божьего Слова. А теперь немного об этом. Это наша гарантия. 2000 лет уже прошло. Это не научный доклад. Это доклад величайшего ученого, который уже написал о вашей победе и вашем будущем. Я верю этому докладу. Аминь. Мы любим докторов. Мы благодарим Бога за медиков. Передаю привет всем женщинам нашего служения, которые посетили 9 больниц и благословили персонал и пациентов. Это более 5000 человек. Спасибо этим чудесным женщинам, которые сделали это. Я отдаю вам честь. Ваша награда на небе будет великой. То, что вы сделали одному из братьев моих меньших, вы сделали и мне, сказал Иисус. Ну а мы посмотрим Второзаконие 30 главу 11 стих. Там сказано: «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе». Люди говорят: «Бог будет сражаться за нас». А я хочу перефразировать это. Бог уже сразился за нас 2000 лет назад. Люди говорят: «Битва принадлежит Господу». Они правы. Господь одержал победу 2000 лет назад. А мы должны прийти и подтвердить поражение дьявола. Мы должны принять власть, открыть церкви той силой и властью, что дал нам Бог. Да, мы имеем власть. Все это звучит чудесно, но мы не можем говорить, что больше ничего не нужно делать. Просто молитесь, и Бог избавит вас. Ну, также можно сказать: молитесь и не ходите на работу. Ведь так? Нет, если вы доктор, вам нужно молиться и все равно идти на работу. Если вы пилот, вам нужно молиться и идти на работу. Это же величайшее дело на земле. Нет, брат, ты должен понять меня. Мы откроем наши церкви. Мы откроем наши церкви безопасно и ответственно. Год — это слишком долго. Мы не знаем, чего это стоило Царству Божьему. Это наш год восстановления. Мы будем опустошать ад и наполнять небеса. Мы будем поклоняться Богу. Будем стоять вместе и увидим, как слава Божия явится в наших домах. Аминь. Скажите «аминь» и дайте мне попить немного воды. Хотя бы некоторые из вас уже не такие сонные, как раньше. Да, брат, давай. Поддержи епископа. Хотя я белый, но я черный. На этом я, пожалуй, остановлюсь пока что.
«Мне не терпится увидеть всех. Я переверну всех вас вверх ногами в силе Духа Святого. Мне не терпится увидеть, как церковь соберется вместе. Бог придет в силе. Бог даст некоторым из вас по голове в хорошем смысле. Бог изменит некоторые вещи в вашей жизни. Бог просто ждет момента, чтобы излиться на свою церковь. Присутствие Бога сойдет на нас. А заодно хочу сказать, Бог может захотеть двигаться в другом направлении. Бог коснется вас прямо на вашем месте. Бог коснется скептика. Бог коснется своего народа. Бог восстановит свою церковь. Сам Бог будет двигаться в силе Духа Святого, и никакой дьявол или политик не сможет остановить его. Итак, Бог говорит о вашем будущем и вашем восстановлении. Он говорит, что это не трудно, это не на небе, это не тайна, чтобы можно было говорить, о, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее, и не замрем. То есть нам не нужен пророк из Нигерии. Ну ладно, это не замрем. Нам не нужен пророк из Америки. У нас есть пророк, и зовут его Иисус. Кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, о, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы ее исполнили. Обратите внимание на слова «услышать» и «исполнить». Нельзя слушать Слово Божие и не выполнить его. Это как ребенок, который слушает указания родителя, но не выполняет их. Вы должны быть исполнителями Слова Божьего. Мы должны работать над Словом Божьим. Должны сознательно следовать закону сеяния и жатвы. Вы не можете перестать сеять во время локдауна. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет. Хотя Бог не смотрит на лица, Он смотрит на принципы. Он наблюдает за Своим Словом. Он не наблюдает за вашими эмоциями, он не следит за вашими травмами. Он придет и утешит вас, но его не цепляет то, где нет веры. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно, ибо приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и прилежно ищущим Его Он воздает. То есть, когда мы действуем по принципам Божьего Царства, мы должны действовать за пределами пяти чувств, за пределами сантиментов и эмоций. А это означает, что у нас не может быть страха и сомнений. Когда приходит тревога, вы должны превратить ее в поклонение. Вы должны изменить тревогу, когда какой-то голос начинает говорить, «Хватит сеять свои финансы или другое хорошее семя». Вам нужно сделать противоположное. Вы живете по закону сеяния и жатвы. Мы будем говорить об этом после Пасхи. Это будет чудесная Пасха. Я буду говорить о жизни и воскресении Христа, а после мы будем говорить о том, как произойдет восстановление. Оно не упадет вам в руки. Не думайте, что говоря о божественном восстановлении, мы имеем в виду, что вам ничего не нужно будет для этого делать. Божественный означает свыше или от Бога. То есть это указывает на Слово Божие. Вы должны применять Слово, потому что Бог следит за Словом, и вы будете восстанавливаться шаг за шагом, но не просто сидя на диване. Многие из вас привыкли к этому. Вы обленились в вере, а Библия говорит, не будьте ленивы, но будьте примером. Этот локдаун привел к тому, что люди не ходили в спортзал целый год, и они уже не в той форме. Многие из вас духовно не в форме. Вы стали как желе, дряблые и мягкотелые, но мы это исправим. Мы вернем вас в церковь, в Божий спортзал. Вы будете тренироваться в Слове, развивать мышцы веры, мышцы исповедания, сеяния и жатвы. Во имя Иисуса Христа мы сделаем это. И мы увидим божественное восстановление в деле. Один из величайших обманов в христианском мире — звучит примерно так. «Все зависит только от Бога». Скажу это еще раз.
чтобы вы поняли. Если все зависит только от Бога, то больше не выходите из дому. Посмотрим, сколько денег придет вам на счет. Что, все зависит от Бога? Тогда больше не проповедуйте. И посмотрим, сколько людей спасутся. Библия говорит, как они спасутся, если никто не будет проповедовать. Библия говорит, что ангелы не могут проповедовать Евангелие. Это наше право проповедовать Евангелие. Поэтому не думайте, что все будут сидеть по домам и видеть Иисуса. Так это не работает. Да, выбирайтесь из своей комы, из своего духовного ожирения. И вернитесь к реальностям христианства один на один. Праведный верою жив будет. Мы ходим верой, а не видением. Мы угождаем Богу верой. Мы побеждаем только верой. Скажите аминь. Мы живем по Слову Божьему. Строим свои жизни на Нем. Во имя Иисуса. Когда мы говорим «не умру, но буду жить», мы имеем в виду сознательное применение принципов Божьих, Слова Божьего, принципов Царства. Ищите прежде Царства Божьего, Божьих способов действия, того, как действует Бог, а не как диктует правительство или наука. Мы живем по другим нормам. Мы живем по высшему стандарту и призванию. Мы живем на высшем уровне. Вот где победа. Вы меня слышите? Хотите поговорить о выборе в пользу жизни? Перед лицом смерти? Тогда выбирайте Иисуса. Он есть путь и истина и жизнь. И прежде чем я закончу, я хочу сказать вам вот что. Бог очень любит вас. Неважно, что вы сделали, ничто не может отделить вас от Божьей любви. Если сегодня вы говорите, «Пастор, я потерян, мне нужны отношения с Иисусом Христом, мне нужно новое начало», тогда я хочу помолиться за вас лично. Вам лишь нужно сделать один шаг, и Бог побежит к вам навстречу. Вам лишь нужно открыть свое сердце и сказать, «Ты нужен мне, Иисус». Прежде чем закончить, я хочу, чтобы вы склонили головы и закрыли глаза. Если вы нуждаетесь в новом начале с Богом, то положите руку на сердце и скажите, «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо за новое начало. Я верю, что Ты Христос, и что Ты воскрес из мертвых. Сегодня я принимаю Тебя как своего Господа, Спасителя и друга своего. Спасибо за новое начало. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И теперь я поздравляю вас с новым началом. Мы радуемся вместе с вами».